Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Продолжаем наше путешествие по Норвегии. Это мой третий фильм о Норвегии, и я расскажу вам об эко-жилье и норвежском традиционном жилье. Также покажу, что находится по дороге между Стенфьордом и Гейлом. Норвежский дом – это одно из самых практичных решений для дома в стране с не слишком холодной зимой, но большим количеством снега зимой и дождем летом. В XIX веке норвежский дом из прибрежных районов практически ничем не отличался от домов своих североевропейских соседей. Простые формы и остроугольные крыши. Основные цвета стен норвежских домов – белый, охра, черный и коричневый. Белый цвет норвежского дома XIX века говорил о достатке норвежского домовладельца. Импортная белая краска стоила в 70 раз дороже красной охры, изготовленной из местного сырья. Поэтому большинство скандинавских домов имеют характерный красно-коричневый цвет охры. Традиционный черный цвет, который также перекочевал в современные норвежские дома, это цвет древесной смолы, которая использовалась для защиты дерева. После войны норвежцы строили дома в стиле американского ранчо. На рубеже 19-20 веков в Соединенные Штаты эмигрировало около 800 тысяч норвежцев. После Второй мировой войны многие из них или их потомки вернулись в Норвегию и принесли с собой свой архитектурный стиль массового жилья в Соединенных Штатах. Интересно то, что в настоящее время в Соединенных Штатах проживает больше норвежцев, чем в самой Норвегии. Таким же образом отделаны стены большинства норвежских домов. Обшив необработанными досками и многослойная покраска. Норвежцы провели исследования и выяснили, что неструганная древесина, в отличие от струганной, лучше впитывает краску и гораздо лучше противостоит воздействию природных и погодных факторов. В Норвегии считается дурным тоном хвастаться своим богатством и строить одиозные дворцы и замки. Ага. Меня спрашивает, что это за дома, а я тоже не знаю. Нам нужно спросить у местных жителей. Это очень интересная форма. У них нет основания, или вернее, они стоят на куриных ножках. Очевидно, они для чего-то приспособлены. И это исторические норвежские дома.
После каждого дома есть одно или несколько таких строений. А вы помните иллюстрации к русским сказкам? Избы на куриных ножках, деревянные церкви с каскадами острых деревянных крыш, башенки и шпили. Все эти чудесные образы были заимствованы русским народным искусством из древнего норвежского деревянного зодчества. На Руси норвежское деревянное зодчество стало известно благодаря проникновению варяжской культуры вместе с ее носителями – князьями, викингами – Рюриком, Трувором, Синеем. Во владениях Великого Новгорода варяги служили для охраны морских и речных торговых путей Ганзейского союза. Средневековый норвежский деревянный сарай на куриных ножках обычно является складом для продовольственных запасов. На первом этаже этого старого деревянного здания или амбара хранились продовольственные запасы, на втором этаже – ткани и другие ценности. На втором этаже также была кровать. На переднем плане хорошо видно, как остроумно оборонялись средневековые строители от грызунов. Ступени не доходят до крыльца, а вертикальные куриные ножки максимально затрудняют проникновение грызунов внутрь здания. Очень интересное место. Тут запрещено купаться, запрещено идти на тот мост. Но тут можно смотреть. Мы думали, что это такое? Воды много, и какие-то трубы уходят наверх. Мне говорят, что это качают воду туда наверх, в деревне. Может быть? Да. Yeah. Let me try to get a closer. Эти дома стоят у реки. Может, люди там живут? Такое милое сообщество здесь. Прекрасные маленькие бревенчатые домики, в которых, очевидно, живут люди. Трава, растущая на крыше, помогает изолировать дом. Крыши, покрытые слоем торфа и дерна – это традиция в Норвегии. До XIX века это был универсальный кровельный материал. Потом его стали заменять черепицей и железом. Зеленые крыши спасли от полного исчезновения энтузиасты романтики, объявившие о возрождении древних традиций. Сначала были открыты музеи на природе, а затем люди стали применять эту технологию при строительстве современных частных домов. Сэр, вы немного говорите по-английски? Да. Они сдают эти дома в аренду или люди просто живут здесь? Люди просто живут здесь. Хорошо. Ну, это очень хорошее место для жизни. Да, хорошее. Зеленые крыши – это один из древнейших видов кровли, известный еще с каменного века. Таким же образом были покрыты и древние постройки на территории Скандинавии. Поверх деревянного настила укладывали не менее 6 слоев бересты наружным слоем вниз, а поверх бересты укладывали дерн. И сегодня зеленая кровля является характерной чертой норвежских домов. Торфяная кровля имеет ряд преимуществ. Она очень прочная,
обеспечивает тепло- и гидроизоляцию. В таком доме прохладно летом и тепло зимой. Кроме того, вес такой крыши приличный и придает большую устойчивость конструкции дома. Выезжая из поселка с зелеными крышами, мы нашли довольно интересную конструкцию. Довольно удивительную. Мы думали, что это для воды, но он так построен, что кажется, что с его помощью можно было бы копать туннели. Да, точно. Это же копатель тоннелей. Вот так он идет в туннель. Точно. Потому что на всех дорогах много туннелей. И его тут выставили, чтобы можно было посмотреть. Итак, Мик, как ты себя чувствуешь после почти пары часов езды с небольшим количеством остановок? Мы на вершине горы сейчас, где-то в Норвегии. И вот начинаем спускаться. У нас немного было времени смотреть через крышу, да и солнышко не светит. Мик говорит, что у него открывается второе дыхание. И что он надеется, что мы найдем хорошую гостиницу, которую мы нашли в интернете за $80. Заезжаем и надеемся здесь остановиться. Там никого? Нет, там нет никого. Мы наверху в горах, мы едем по шоссе. Ландшафт совсем другой здесь. Больше похож на долину смерти в Америке. Деревья низкие, совсем другие пейзажи. И вот тут, например, есть дома с норвежскими флагами, с такой красивой длинной лентой под норвежский флаг. Полностью отличается от того, где мы были раньше. Мы едем в нашу гостиницу и также надеемся подзарядить нашу автомашину. В Норвегии есть две категории домов. Дома для постоянного проживания и дома для отдыха в горах. Некоторые норвежские дома отдыха выглядят как полноценные жилые дома. Отличить их можно только по флагштоку или флагу, висящему на штуке. Когда домовладелец приезжает в дом, этот флаг поднимается. Однако большинство норвежских домов продолжают традицию маленьких домов-пастухов в горах, куда женщины с детьми уходили летом пасти скот и заготавливать припасы на зиму. Для многих норвежцев летняя жизнь в горном домике – это счастливое воспоминание о детстве. Мы приближаемся к городу Гейла. Нам надо заселиться в гостиницу, отдохнуть, зарядить машину и завтра опять в путь. Уже довольно поздно, мы решили забронировать квартиру. Здесь маленькая кухня, спальня и ванная. Вот душ. Это все $140 за ночь. Ты уже готов, Мик? Да, мы убрали квартиру. Условием было оставить ее такой же чистой, иначе нам предъявят счет.
хорошо отдохнули, зарядили машину и готовы ехать дальше. В моем следующем фильме мы продолжим наше путешествие в сторону Бергена через горы. Смотрите и наслаждайтесь поездкой. А может быть, вы и сами решите провести выходные в Норвегии. Тогда этот фильм поможет вам увидеть, что же вы можете там посмотреть. Смотрите продолжение нашей поездки в моих следующих фильмах. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Следуйте за мной и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.